Для приготовления этого десерта нам понадобится 150 граммов сливочного творога, 50 миллилитров молока. И все это ставим сейчас на паровую баню для того, чтобы смешать для однородности. Кладем сюда 25 граммов сливочного масла и нагреваем, пока масло не растает. Теперь нужно разделить желтки от белков. Желтки по одному вмешиваем в сливочную массу. Теперь просеиваем сюда 30 граммов муки и 10 граммов кукурузного крахмала. И размешиваем до однородной массы. Теперь эту массу нам нужно процедить через сито. Теперь нам нужно взбить 4 белка с лимонным соком, 1 столовую ложку лимонного сока свежевыжатого и 60 граммами сахара. Теперь нужно смешать белковую массу с белковой. Затем нужно взять форму, лучше, чтобы было где-то сантиметров 15 в диаметре, но у меня 20 сантиметров, будет просто немножечко он пониже. Постелили пергамент на низ, бока мы тоже положили пергамент, и теперь нужно низ обмотать в фольгу. Выкладываем сюда тесто. Теперь берем шпажку и вот так по кругу проходимся по спирали для того, чтобы удалить все пузырьки воздуха крупные. Ставим нашу форму в противень и наливаем горячую воду. До половины формы. Ставим в разогретую духовку на 160 градусов на 20 минут. Через 20 минут приоткрываем дверь духовки на 1 минуту. Даем температуре немножко снизиться. Включаем, понижаем температуру
до 110 градусов. И устанавливаем время еще час. То есть еще час будет выпекаться суфле при температуре 110 градусов. Теперь выключаем духовку, приоткрываем дверцу и оставляем так еще на полчаса.